А где этот бассейн? Он еще какой-то Алекс присоединит. Так, нигде. Будете стоять там возле бассейна. Караулить. Тут можно же с трех и до самой ночи. На каждый сеанс. Что еще об этом? Расскажите вы что-нибудь, чем вы занимаетесь, на работе, где вы? А чем? Чем болеешь? Простуда, температура, насморк, кашель. Как обычно, Макс на диване. Какой бассейн тебе тогда нужен? Ваша любовь, твои не знаю. Макс, как ты там заработал на пони, если ты все не делали? Нет, я не знаю, где толочен. Где толочен? Лёш, где толочен? Я не знаю. Далеко от нас? Вот просто отшибание. Ведь, ну, это понятно. А далеко? Я не знаю, я там ни разу не была. Где такой толочен? Спасибо за вот это сердечко, Прометей. Постригла все, мастер, вот все хорошо. Нет, еще не все. Еще 25 минут смогу. Приветики, приветики. Нет, конечно. Юр, тебе нужен барбершоп. Какая эта стрижка? А тебе вообще там есть что стричь? Далековато, слышишь, Макс, это там очень, да? Тебя на свидание, ты будешь такая же, да. Это хуже, это я здесь вообще очень даже высокая.
Если меня увидишь вот где-нибудь так, в магазине, никто не осмеется подойти поздороваться. Стало очень прикольно. Я не знаю, сколько ты килограмм. Может, там пони развалится. А ты что, в толочке? Я не знаю, откуда ты. Я забыла. Ты тебя давно не было. Я здесь нет, наоборот. Я здесь не просто агрессивно настроена. Мне больше, мне более 10 минут изучала. Привет. Как вообще интимная жизнь плохо? Я буду на концерт.